Моя дочь. Привет. Приветики, как дела? А что делаешь? Я приехала. Ух ты. Вот это да. Огромный рахмет. Огромный рахмет за вашу помощь. Что вы купили, дочь? Черри. Что вы готовите? Печеночный торт. Фирменный. Доча пожарила, а мы смазываем. Это, да? Да. Reading books about gingerbread man. Правильно, плюс. Дальше, давай. I love reading books about gingerbread man running away. Дальше. Вот это прочитай. Опять так называется. Как называется? Gingerbread man опять. Вот это кто? А вот это папа. Это мама. Это пик. Это gingerbread man. Правильно. Приложи туда карточку. Вот так? Да. Как с этим штанишком? Платочек, смотри, какая красивая. В садик пойдешь, да? В садик оденешь, какая. Платочка такая футболочка. Тоже с динозавриками. После бассейна, после да? После бассейна она сама без пуговиц, что ли? А? Сверху одевает. Потому что она, когда выходит, тот же этот. А этот она увидела, мне вот это понравилось. Я говорю, купи тебе. Наверное, ой, да? Она любит единорогов всяких. Да, вот она, кстати, футболку, платочку тоже Айсуси выбрала. Она говорит, он любит динозавров, да, наверное? Динозавров любит, айтварчик. Вот они любят. Это вот сережки. Это колечко одену сейчас я. Отдельно. Это жемчуг. И колечко и вот сережки. Это набор. Роскошно. А это к другому набору взяла. У них форма разная, да, я смотрю? Да, форма разная. Вот а эти это круглые, а это какие-то не круглые. А это вот они, это, да. Такие. Как ракушки, да? Да. Точно. Духи себе взяла. Ченс. Это духи. Есть туалетная вода, а это именно бусы, которые мне сделали там же, подобрали по-моему, как... Как, какую длину, какой выбор, и именно белый жемчуг я выбрала. И сережки. Поезд-носки и поезд-носки. Очень красиво. Я купила здесь в Австралии жемчужные бусы. Это Мельбурн. Сережки. Жемчуга. Такие. Она мне положила сюда. Красота. Мне дала, вот, сюда. И еще... браслет этим бусом, браслетик. Видите, внучка еще такой в школу, такой ободок с бантиками такими, как раз у нее синяя форма в школу. И вот такие она выбрала резиночки и заколочки для волос. Что вы готовите? Хворост? Севен. Я не знаю, любит нажимать это. Любит, да? Ну, он же, пацан же, он любит кнопки нажимать.
Вид обалденный. Красота. Сколько природы, сколько деревьев, да, там уже прям видят. Как мы любим салат? Считайте, что я вас угощаю, салат. Мы видим мир. А так, чтобы вот сюда далеко-далеко. Я ему говорю, перед вызовом, ну я работаю с Павлом, я уезжаю из города, он говорит, из страны. Говорю, точно, он даже из материнки, даже на другой материнке смеемся. Меня не будет, даже в стране не будет. Даже на континенте не будет. Да, я вообще в южном полушарии. Но все равно звоню.